Друзья, всем привет! Вот смотрите, я сейчас буду кушать жареную колбасу с кашей. Вот так это все выглядит. Красиво, замечательно. Смотрите, какая колбаска. Жареная колбаска. Вот. И каша. Друзья, у меня завтрак такой, потому что сейчас утро, сейчас 7:30 утра. Собираюсь на работу. В общем, вы если тоже сейчас кушаете, приятного вам аппетита. Давайте вместе покушаем. Ну что, друзья, давайте кушать. Такая вот жареная колбаска, друзья. Такая на вид она румяненькая, видите? По вкусу очень вкусная. Ты любишь вот эти каши в пакетах, да, которые это? Не, нормально тоже. Особенно пшеничная, она вкусная. Она дорогая. 90 рублей, если. Дешево. Для крупы. А сейчас и рис, и гречка дорогие. Горячая такая вообще, да? Друзья, в общем, кашка это такая вкусная, пшеничная. Но мне она еще нравится, знаете, как она, когда, допустим, ее варят на молоке и с сахаром, тоже она очень вкусная.
По гороскопу когда? Без 15, да? 8. Без 18, без 17. После рекламы. Но колбаса это вкусная, но ее именно жарить надо, да, только? В общем, друзья, вы видите, да, какой плотный завтрак. Для завтрака, конечно, это много очень. Про этот фильм. Там такие съемки это тяжелые, как они там по реке спускаются. 28-го лунных дней. 27-й день солнца. В целом неплохой, добрый, спокойный, благожелательный. Всегда готов понять и посочувствовать. При этом великий чистюля терпеть не может беспорядка. Вот до брезгливости. Так что если вам надо сделать генеральную уборку или навести в чем-то порядок, можете на него рассчитывать. У этой медали есть и обратная сторона. Его легко выбивают из колеи всякие мелочи, когда что-то срывается, идет не по плану. Да и вообще, надо сказать, его легко вывести из себя. Он бывает вспыльчивым, легко гневается, правда, и отходит быстро. Мужчинам и женщинам в такие дни труднее обычного найти общий язык. А еще в такие дни широко гуляют всякие слухи и сплетни. Мы сначала говорим, потом думаем.
Овны из-за этого могут попасть в щекотливую или даже глупую ситуацию, даже с кем-то рассориться. В общем, перед тем, как сказать что-то резкое, считайте до 10. В остальном день вполне позитивный. Главное, не требуйте невозможного ни от себя, ни от других, и осторожней с огнем. Тельцам придется малость похозяйничать, возможно, что-то починить. Аккуратнее с острыми и режущими инструментами, ладно? Ближе к вечеру могут прийти какие-то новости. Помните, что звезды говорили про слухи и сплетни? Это, кстати, верно и для близнецов. И сами постарайтесь не лгать и ничего не приукрашивать. А так, дню как личных дел, правда, будет много. Зато результат вас порадует. А уж вечер поможет забыть о делах. Раки, вам сегодня может напомнить о себе прошлое. Возможно, придется возвращаться к чему-то, что считалось уже решенным. Что-то доделывать, улаживать старый конфликт. А приятным могут прийти небольшие деньги. О каком-то старом долге могут напомнить львам. В остальном день очень неплохой и продуктивный, особенно для всяких официальных визитов и бумажных дел. Главное, проявите терпение и не заводитесь по пустякам. И у дев неплохой денек, правда, не очень удобный. Не все идет по плану. Возможно, какие-то нелепости, и любимый человек может на вас за что-то обидеться. Но это все так, мелочи. А уж вечер все наладит и всех помирит. Весы, ваш девиз — доверяй, проверяй и перепроверяй. Это касается и крупных покупок, могут подсунуть брак и новой информации. А весам, начальникам стоит почаще контролировать подчиненных. Ничего, вечером отдохнете. Все, друзья, всем счастливо, всем пока. Чудный денек у скорпионов, испортить его может только ваш.